Сарапуле, как и по всей стране, начали работу призывные комиссии. Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля. По плану из Сарапула гражданскую одежду на военную форму сменят 86 молодых людей. Отправки начинаются с 20 апреля и продлятся до первых чисел июля. Основная масса призывников, как правило, это идут центральный военный округ и по другим округам, также по всем видам родам и войск, значит, сухопутные войска, военно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения, войска национальной гвардии, военно-морской флот, воздушно-десантный войск. Также география, она начиная от Калининграда и заканчивая Владивостоком. Военный комиссариат прибыл и Полонянкин Александр. Утром прошел обследование медиков, а дальше на заседание призывной комиссии. Вообще хотел бы в ВКС, либо инженерные войска попасть. Ну, наслышан, что по моей профессии, я сейчас учусь на ТМ, технолог-машиностроитель. Там, хоть как-то связано с моей профессией. И, хотелось бы в армии тоже этим заниматься. По итогам комиссии Александр к срочной военной службе годен. Решение призывной комиссии призвать вооруженные силы сухопутные войска. Решение понятно? Понятно. Вопросы к нам кто-то есть? Нет. А впереди у тех, кто признан годным, служба сроком в один год. Призывная весенняя кампания проходит с учетом противоковидных мер. Все призывники будут отправляться на автотранспорте, от военного комиссариата до республиканского сборного пункта. Традиционно уже стало, что мы будем проводить тестирование на республиканском сборном пункте. После этого ребята будут только допускаться на медицинскую комиссию в городе Ижевске. Также по прибытии в часть все ребята пройдут двухнедельный карантин, и уже там им будут ставиться по их желанию, будут ставиться прививки.